теперь у меня жидкость здесь нулевая, везде. Теперь все шикардосик. Теперь проверим тормоза, эффективность. Уже, наверное, завтра буду проверять. Здесь тоже все шикардосик, уровень. Все отлично, ребят. Сегодня еще сделал, получается, поменял реле, но дело оказалось не только в реле, еще и в проводке. Здесь вот чуть-чуть провода, где подходят клеммочки, провод был окисленный, и он не, скажем так, не контачил нормально. Он то контачит, то не контачит. Вот. Короче, чуть-чуть за него дернул, и он обломился. Пришлось сделать новую клеммочку. В общем, все окей. Вот. Разобрался теперь с охлаждением, теперь все отлично. Теперь электромагнитная муфта у меня срабатывает прям вообще хорошо. Ну, теперь можно уже ехать на дальнячок. Получается, тормозная жидкость везде новая, везде все проверено, то есть за тормоза как бы теперь уже не переживаю. Шкварня прошприцованы на колесах передней подвески. Кардан прошприцованный один раз, получается, проехал где-то 170 километров, и еще кардан обязательно прошприцую перед поездкой конкретно обновить.